невыносимая боль в первый день, когда хранили, просто организм не справлялся и не могла прийти чисто по-человечески. А сегодня силы появились, и поэтому отдать должное, отдать честь, поклониться мужественному человеку, с которым связывали свои надежды на лучшее будущее, на борьбу с коррупцией, на справедливые суды. К сожалению, сейчас эта надежда осталась, но она все меньше и меньше. Будем надеяться на лучшее. Спаси, Господи. Хорошего человека, которого лишили жизни, его семью лишили любви всего. Были надежды на него. Очень жалко. Всегда ходили к Немцову и ходим. Еще добавилось место. Не дай бог еще появится. Спасаемся очень.